Ножка желтого. Получился чумазенький цвет зелени. Немножко понакидать. Вот этот темный каркас картины чуть-чуть бросить. Бросить вот такими мутнотами. После этого возьмешь тряпочку. Возьмешь желтый розовый в пользу розового. И накидаешь идею цветков. Давай. То есть желтоты тоже нагнать. Нагнать. Немножко глубоко забежало. Все-таки там пространство некоторое оставить. Плюс вот эту красноту задействуй. Кадмиевую. Такой аленький цвет. Есть там тоже. Да? Многовато съела фона, конечно, там все-таки. Ну, будем обрезать, тоже будет красиво. Розовые цветки – это не только розы, вернее, розы, чтобы они узнавались, это не только розы, но и их рубленные лепестки. Ты согласна? Угу. Еще и плоские, да? Угу. Плоский характер лепестков показываем штрихом по плоскости. Прикольно? Прикольно. В пространстве появились, свет появился. Ты так говоришь упрекательно, как мастер, будто бы не я предупреждал тебя. Не я предупреждал тебя о розах. Ну и как-то те вот сразу получились и все. И я думала, что нормально. Есть простые решения для роз. Есть простые. А потом почему-то не пошло. Но обычно сложные. Очень сложные. Угу. То есть, ты видишь, я обхожу даже сами розы, только чуть-чуть к ним пристаю. Я и снаружи тоже облепливаю.